Здравствуйте, нихао, бонжу, ассаламу алейкум, хола. Добро пожаловать в Африку. Это Матиус. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. И если вы вернулись, я хочу сказать спасибо большое, что вы всегда смотрите мои видос. Сегодня мы пришли с другом в этот торговый центр. Называется Waterfalls, и мы будем попробовать африканский бургер. Как вы все знаете, что я недавно начал снимать видос, который я буду сравнивать, что другие блогеры показывают и что мне показывают. Вот именно так. Поэтому не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться. И одновременно я хочу поблагодарить все мои дорогие подписчики, все слова, которые вы мне пишете, слова поддержки, обратную связь. Мне это очень приятно, потому что люди, они говорят, что в Африке ничего нету. В Африке только грунтовые дороги. В Африке нету еды. Теперь сегодня зайдем и посмотрим, что тут есть у нас и какие еды люди они кушают. Вот это как выглядит кафешки, называется KEG. Вот я чувствую, как будто сейчас я в России, потому что атмосфера здесь как в России. Вот нас Ване де стран. Если вы были в Африке и в посещали де стран, пишите в комментариях. Вот так выглядит внутри, и официантки и так далее. Он брат уже здесь ждет. Я тут уже зашли. Мы решили, что мы будем пробовать бургер, африканский бургер вообще. Тут еще картошка фри. Я вам хочу показать меню, что вы можете здесь найти или что продается, потому что вы можете думать, что только здесь бургера продается, но на самом деле все можно покупать. Давайте посмотрим. Конечно, здесь название KEG или KEG, можно так сказать. Тут есть разные салат. Конечно, если вы любите салат и бургер, что мы решили попробовать. Цена здесь такие. Тут все написано на английском, потому что у нас в Замбии официальный язык это английский. Мы решили попробовать Southern Fried Chicken and Cheese бургер, который стоит 130 квача. Вот так выглядит. Что еще можно найти здесь? Конечно, классик. Это здесь, это и sides. Это sides тоже вид, какой-то напиток и еще какой-то еда. Dessert, конечно, тоже есть, потому что люди говорят, что тут ничего нету. Те, кто пьет, тут все есть, можно найти, конечно, на питак. Всем пишите в комментарии, вы ожидали видеть такой видос или такой ресторан здесь в Африке, потому что каждый раз, когда я выкладываю видос, и люди говорят, что мы не знали, что в Африке так выглядит. Это, конечно, вилки, нож, что-то и так далее. Но мы, африканцы, любим кушать с руками, потому что кушать с руками очень-очень вкусно. Вот даже брат показывает, как надо кушать. Пока мы уже заказали и ждем наш бургер. Это тут люди много, кстати, много людей сюда они
ходят, чтобы попробовать. Тут мы решили посидеть на улице. Это торговый центр. И есть разные развлекательные. Даже детишки, они катаются. Если у вас семья, дети, это не проблема. И тут принесли, короче, это как антисептик. Здесь можно мыть руки. Как я сказал, что некоторые предпочитают кушать с руками. Некоторые предпочитают кушать с вилкой. Ура! У нас африканский бургер уже здесь. Посмотрите, как аппетитно и красиво выглядит. В конце этого видео я скажу, сколько это стоит. 2 бургера в долларах. Вот у меня брат, он очень рад и говорит, что впервые тоже будет попробовать это африканский бургер с курицей. Тут у нас, короче, картошка фри или картофель фри, можно так сказать, и которые там круглые внутри, есть лук. Теперь, как я всегда говорю, что гигиена в первую очередь. Теперь я мою свои руки, потому что я буду кушать с руками. Там есть антисептик, лимонь, если что. Давайте посмотрим и попробуем сначала это круглый штук внутри лук. Тоже очень вкусно, да, очень вкусно, даже не ожидал. Я отдельно хочу поблагодарить все люди, которые они жертвуют время от времени. Это позволяет мне снимать такие видос. Вот, пробую это первый раз. Вот, я тоже в Африке первый раз кушаю бургер или ем бургер. Он очень вкусно. Я всегда говорю, что если вы позовете кого-то на свидание, нельзя заказать бургер, потому что кушать очень трудно, чтобы все было четко и ясно. И картофель фри. Что я хотел сказать? Я хотел поблагодарить все, что вы пожертвуете. Это помогает в развитии моего канала, чтобы могу вам показать разные места и что вы еще не видели про Африку. Поэтому спасибо большое за поддержку, спасибо большое, что вы смотрите мои видосы. Без вас, без меня, без вас вообще мой канал не существует вообще. Поэтому я очень-очень благодарен. Откуда вы смотрите этот видос, пишите в комментарии, мне интересно знать. Вот теперь, если вы думали, что в Африке только люди, они ходят там или они голодают, тут люди, они живут, как везде люди живут. Это просто стереотип. Это просто, что люди, они показывают одну сторону, а не все прямо они показывают. Поэтому, как я человек, который живу в Африке или в Замбии, могу показать, как мы живем здесь. А как, кстати, я всегда люблю слушать обратную связи от вас. Пишите в комментарии, какие стереотипы у вас есть про Африку. Потому что когда я учился в России, вообще много чего-то слышал.
теперь это мой последний кусочек, что я имел в виду, и что если вы приглашаете кого-то на свидание, не надо заказать бургер, потому что срочно кушать чисто, срочно кушать аккуратно с бургером. Надеюсь, вы будете принимать мой совет в будущем. Пригодится вообще прямо. Вот именно. Ну, особо я не люблю картошка фри, поэтому я уже вообще наелся. И это очень-очень вкусно. Куриный бургер. Как вы знаете, что мы любим курица. Вот у меня тут осталась еще картошка, а брат, он уже все кушал. Даже он счастливый. Уже сейчас после еда, как говорится, что после еда хочется спать. Мы тоже здесь хотим уже спать. Спасибо большое за то, что вы пишите слова поддержка. Теперь придется время платить за все, что мы кушали. Просто заказать два бургер. И тут есть все системы платежей. Можно платить с картой и наличными и так далее. Вот 260 кватча, это 15 долларов. Вот мы потратили на это. Поэтому я говорю, что каждый раз, когда мы хотим что-то снимать, стоит это деньги. Надо потратить деньги. И хочу сказать спасибо те, кто время от времени пожертвует. Благодарю. Увидимся в следующем видос. Пока-пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться. До свидания. Value tenement, right?